Всем добрый вечер. Таванх Бахталы. Помогите, пожалуйста, чем сможете. У меня мама сегодня умерла. Я в такой ситуации первый раз. Похороны, сами понимаете, что это стоит большие деньги. У меня есть деньги, но это не хватит. Завтра уже надо забирать ее 2 часа дня. Надо покупать гроб, вещи. Пожалуйста, помогите, сколько сможете. Что еще сказать, даже не знаю. Меня зовут Ян. Я по нации цыган. Отец мой латвийский цыган. Так что всем большое спасибо заранее за помощь.